ты потерь, добывая победу, нес боец по земле завещание отца. Ты запомни, сынок, золотые слова, ты всего голова, ты запомни, сынок, золотые слова, хлеб всему голова, хлеб всему голова. Но случилась беда. Заместитель председателя правительства, министр сельского хозяйства Российской Федерации Алексей Васильевич Гордеев. Уважаемые товарищи, дорогие друзья, уже стало доброй традицией, что мы на главной сцене страны, в Большом Кремлевском дворце, встречаем свой профессиональный праздник, День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, сегодня президент Российской Федерации вручил группе товарищей в Кремле высокие государственные награды. Я хотел и от себя лично, и от вас аплодисментами поздравить всех награжденных, а их у нас более 200 в преддверии нашего праздника. Они находятся вместе с нами. Искренне рад приветствовать вас в Кремле и поздравить с высокими государственными наградами. Сегодня в этом зале представители разных отраслей науки, производства, искусства, культуры. Но я бы хотел начать с тружеников сельского хозяйства, потому что наша встреча проходит накануне Дня урожая, праздника, который в нашей стране почитаем особо. Им, труженикам сельского хозяйства, обращаем мы сегодня слова глубокой благодарности и сердечно поздравляем с наступающим праздником. Таких успехов могут добиваться талантливые люди, люди выдающегося таланта. Мне очень приятно, и для меня это большая честь, если иметь в виду, что все это наш большой коллектив, который работает ради
России, ради ее процветания, ради граждан России. Если иметь в виду, что все это наш большой коллектив, для меня большая честь работать вместе с вами. Дорогие друзья, я хочу пожелать, чтобы в каждом сельском доме люди почувствовали этот праздник. У них было хорошее настроение, оптимизм. Ведь труд земледельца – это основа мира. И я желаю, чтобы у всех тружеников агропромышленного комплекса была достойная жизнь, и они чувствовали себя счастливыми людьми. С праздником! Российская агропромышленная выставка «Золотая осень», проходящая в эти дни в Москве на территории Всероссийского выставочного центра, по масштабу и значимости не имеет себе равных среди агропромышленных выставок России. Она является главным форумом отечественного АПК. Здесь широко представлена вся система сельскохозяйственного производства, от поля до прилавка магазина. Центральное место в экспозиции Белгородской области было отведено агропромышленной корпорации «Стойлинская Нива», которая объединяет в себе производственные сельскохозяйственные мощности, предприятия переработки и торговую сеть Белгородской, Тамбовской, Воронежской и Ростовской областей. 10 октября в самом крупном павильоне выставочного комплекса, в канун профессионального праздника Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, состоялось торжественное открытие выставки «Золотая осень-2003». Основные цели и задачи агропромышленной корпорации «Стойлинская Нива» были обозначены ее президентом Федором Ивановичем Клюкой 3 года назад, в период ее основания, в декабре 2000 года. И заключаются они не только в том, чтобы получать стабильную прибыль, но и активно способствовать подъему российского сельского хозяйства. Сначала в центрально-черноземном регионе, а затем и в масштабах всей страны. Первой экспозицией, которую посетил министр сельского хозяйства после торжественного открытия выставки, был павильон АПК «Стойлинская Нива». Уважение к нашей корпорации достаточно высокое, великое. Вот буквально первый пример, когда посещение павильона вице-премьером. В первую очередь зашли к нам, расспросили, уделили внимание. И потом уже пошли на такие мощные Ростовскую область, Краснодарский край и так далее. Поэтому динамика развития корпорации достаточно мощная. Мы о себе заявили хорошо. И вы знаете, вчера в Кремлевском дворце имидж нашей компании поднял наш хор «Стойлинский». И от этого только наш авторитет вырос. Внимание участников и посетителей выставки приковывало к себе яркое и самобытное выступление артистов ансамбля песни и танца «Стойлинский». За высокий уровень исполнительского мастерства этому творческому коллективу была предоставлена особая честь принять участие в праздничном концерте, посвященном Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, который проходил на сцене Большого Кремлевского дворца. Предварительно ознакомившись с репертуаром наших земляков, его организаторы сравнили версию песни «Хлеб всему голова» с ее вариантом исполнения государственным кубанским казачьим хором. Предпочтение было отдано стойлинцам. Душевное и проникновенное исполнение сразу же покорило сердца многих тысяч зрителей, находившихся в этот день в концертном зале. Песня «Гимн сельскому труженику» положила начало всероссийскому празднику, вызывая душевный отклик у людей, всю свою жизнь посвятивших земле.